Меня зовут Владимир Машуков, я в данном случае актер и представляю фильм «Дочь» режиссеров Натальи Назаровой и Александра Касаткина. В этом фильме мне довелось и посчастливилось сыграть роль священника, православного священника. И что бы я хотел самое главное сказать? Я хотел бы сказать, что чем бы ты, человек, ни занимался на этой земле, какой бы деятельностью ни занимался, важно быть самим собой и важно быть живым. Если ты живой непосредственно, с включенными божественными органами чувств, то в тебя есть шанс, войдет нужная информация. Если эта информация будет в тебя входить, то ты будешь, есть шанс, что ты будешь проводником, ну или полупроводником. И вот когда я соприкасался с этой ролью, я все время думал об этом. И надо сказать, что мои настольные книги во время работы над этой ролью были дневники протопресвитера Александра Шмеля. Ваше участие в кинофестивале. Чего вы ожидаете? Я ожидаю живого уже общения. На кинофестивале я ожидаю живого контакта с людьми, которые занимаются кино. И надо сказать, что я впервые участвую в таком форуме под названием «Фестиваль православного кино». И у меня, конечно, есть какие-то вопросы, потому что я пока до конца не могу для себя сформулировать, что такое православный кинематограф. Более того, мне кажется, что если ты призван, если ты одарен, если ты оснащен какими-то навыками, профессиями, то вообще есть все шансы этим заниматься, и этим нужно заниматься. Получится ли оно православное или получится не православное, я даже не знаю. Мне кажется, вот как помните у Шекспира, роза пахнет розой, хоть розы назови ее, хоть нет. Кино, если оно кино, то оно будет воздействовать. И будет ли там присутствовать какой-то православный момент или не будет, мне представляется, это не важно. Главное, чтобы, будучи оснащенным профессионально и одаренным в какой-то области, уметь размягчать сердца. В данном случае, мне кажется, кино, способное размягчить сердце, можно, наверное, отнести и к православному обществу. Ну и пригласите зрителей, пожалуйста, на завтрашний фильм «Закрытие», собственно, да, в котором... Да, я вас приглашаю на фильм «Закрытие», фильм «Дочь» режиссеров Александра Касаткина и Натальи Назаровой, где мне довелось сыграть роль, иметь радость быть приобщенным к этому делу. Мне кажется, этот фильм очень интересный, он по-настоящему будоражит, он по-настоящему может вас сколыхнуть и, может быть, даже помочь жить. Спасибо. Спасибо.